В рамках подготовки к Мундиалю в Краснодарском крае необходимо было провести обширную работу – реконструкция и строительство спортивных объектов, благоустройство прилегающих территорий и так далее. Однако олимпийского наследия оказалось недостаточно. Для размещения иностранных сборных были подготовлены 6 тренировочных площадок в Краснодаре, Сочи, Геленджике и в Анапе. Три базы, находящиеся в зоне ответственности края, будут переданы детским спортивным школам. Прием матчей 2018 по футболу имеет огромное имиджевое значение для региона. В этой связи срыв сроков подготовки недопустим. Все площадки для размещения команд уже достроены. До конца мая все спортивные объекты пройдут этапы обследования, категорирования и утверждения паспортов безопасности, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Особое внимание было уделено антитеррористической и противопожарной безопасности. Краснодарский край приложит все усилия для того, чтобы мероприятия чемпионата мира 2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, а все команды смогли ощутить настоящее кубанское гостеприимство, добавил Вениамин Кондратьев. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.